Доброго времени суток всем. Я Елена Санчес-Аражина, и я вас приглашаю на открытую программу «Чего не знают мужчины». Каждый раз программа выходит с новой тематикой. Чего не знают мужчины о деньгах, о еде, о сексе, о многих вещах, которые в жизни приняты считаться естественными, обыкновенными, нормальными. Но мужчины, они просто не знают того, что знаем мы, девочки. В нашей жизни очень просто мы относимся к тем вещам, которые мы делаем автоматически. Мы просто делаем, потому что так делали наши бабушки, прабабушки, так делали все. Если мы находим какое-то новшество, мы опять же его принимаем просто как действие. На самом деле, обладательницы женского тела и люди, которые называют себя женщинами, настоящими женщинами, они должны знать немножко больше, чем о тайнах жизни догадываются мужчины. На открытых программах мы решаем ситуации, которые быстро, эффективно разрешают все вопросы по трудным вопросам, по которым вы ходите к психологам, для которых вы посещаете разные курсы, тренинги, пытаясь научиться быть женщиной. Невозможно научиться ей быть, ей можно просто жить. И в этом большая разница. Приходите на открытую программу, которая называется «Чего не знают мужчины». Всего доброго.